Хабезе прошла первая научно-практическая конференция «Бемурзовские чтения», посвященная памяти черкесского поэта, лауреата Международной Кандуровской премии, члена Союза писателей России, заслуженного учителя Мухаддина Бемурзова. Фатима Даурова подробнее. Участников конференции в фойе Хабезского дворца культуры встретила книжная выставка, посвященная трудам известного писателя, и каждому из присутствующих было вручено издание с материалами предстоящей научной встречи. Идея проведения первых бемурзовских чтений принадлежит Миннацу Республики совместно с общественной организацией Адыгахаса «Черкесский парламент». А почему Мухаддин Хамидович именно бемурзовские чтения? Да потому что он внес значимый вклад в дело сохранения родного черкесского языка и литературы. На протяжении долгих лет работал в школе, подготовил множество писателей, журналистов, учителей, которые в будущем продолжают его работу и в настоящем. В работе конференции приняли участие представители министерств республики, научных и образовательных учреждений, общественных организаций, администрации района, учителя родных языков, ученые из различных регионов России. Было заслушано более 30 докладов и выступлений. Они были посвящены творчеству выдающегося черкесского поэта современности Мухаддина Бемурзова, вопросам литературоведения и фольклористики, проблемам сохранения и развития родных языков. Творчество Мухаддина Бемурзова многогранно. Нет, наверное, ни одного направления в человеческой жизни, которое его не коснулось его творчества. Это любовь к родине, это любовь к матери, любовь матери к своим детям. И везде его стихи настолько проникновенны, что, как говорят многие его почитатели, читаешь все это с дрожью в голосе и с мурашками по коже. Конференции предшествовал конкурс для школьников в соцсетях, где дети соревновались в выразительном чтении стихов на родном черкесском языке. Особо отличившихся наградили на мероприятии призами и подарками. Человек писал на двух языках, и когда вот вчитываешься с огромным смыслом его стихи, и сегодня, когда мы приуроченные к этой конференции, провели еще конкурс чтецов по его стихотворениям. Участвовало более 100 детей. Это очень приятно, когда столько детей участвовали, выучили его стихотворения. И вот они приобщаются к этой поэзии, к нашей черкесской культуре. Я вижу в этом большой плюс. В ходе работы конференции было принято решение о создании клуба юных черкесских поэтов и писателей «Уссана» имени Мухаддина Бемурзова, а также проведение ежегодного конкурса учителей родного языка и литературы. Поэт всю жизнь посвятил исследованию языка, являлся автором учебно-методических изданий, инициатором первого экспериментального опыта на территории Карачаево-Черкесии по обучению школьников начальных классов на черкесском языке. Нам очень приятно, что эта конференция была посвящена нашему отцу Бемурзову Мухаддину Хамидовичу. Он всю жизнь свою посвятил своему народу. Поэтому я думаю, что сейчас он, видя нас, радуется. Вечер украсил музыкальное выступление творческих коллективов района. Фатима Даурова, Марина Кушпова, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия, Хабез.